Пришло время, время одной религии, которая есть любовь. So what this is, what we're going to be doing is we're going to have a pipe ceremony, and this ceremony is a teaching for when you're addressing an elder. You need to go through a process of offering tobacco to your elder before you ask questions. Вам нужно перевести? Может, Анна переведет? Да. Анна Велчонсен. Да, он, значит, он хочет рассказать нам о церемонии, как мы себя должны вести, когда мы что-то спрашиваем у мудрецов. Для того, чтобы они дали вам ответ, чтобы не захотели с вами говорить, вы должны правильно спросить у них и правильно к ним обратиться. This here's the medicine wheel, right here. Mm-hmm. And you see these colors. Mm-hmm. Give you an idea as to what it is. These four directions. This is the white. It's the yellow. It's the red, and that's the black. These are the medicine wheel colors, which represent the white race. The yellow race, the red race, the black race. Mm-hmm. Okay, это называется колесо, как бы исцеляющее колесо, которое объединяет все четыре расы, которые живут на Земле. Белая раса, желтая раса, красная и черная. И мы все едины, и вот эта церемония объединения всего человечества в единое целое. Время одной политики, которая есть мир. Время одной консолидации, которая есть благо человечества. This medicine wheel also has a representation of your age, the different ages in life, mm-hmm. which starts here in the east, which is childhood. Mm-hmm. And then it goes down to teenagers, adulthood, to grandparenthood, and it comes back full circle again, mm-hmm. to being born. А также это колесо представляет различные возрасты. Восток – это детство, потом юг – это время отрочества, потом зрелость, старость и возвращение снова к своему истоку. Время одной цели – которое есть созидание и сотворчество. These also have representation of just the four aspects of ourselves: your mind, your spirit, your emotion, and your body. И это также представляет четыре части человека: твой дух, твой разум, твои эмоции и твое тело. And also we have four sacred plants that sit in each of these directions, also, which is sweet grass. Mm-hmm. Sage, cedar, and tobacco. И также есть четыре травы, которые представляют эти стороны. Это в России это называется зубровка, вот это sweet grass. Потом идет sage, шалфей, и кедр и табак. Табак представляет собой как бы старость, мудрость. Время одной науки, которая есть единый творческий храм природы. The reason why we use tobacco is because they say that this was the first plant that was given to us. Они табак используют, потому что как бы это первое растение, которое было дано великим духом. We use tobacco in offering to ask help. Они, значит, native people используют табак для того, чтобы попросить помощи у высших сил. It's also a sign of respect, because it is such a sacred plant that when you offer it to, say, a plant that if you're taking mm-hmm. that plant, then you offer that tobacco to it, mm-hmm. in showing that respect. Mm-hmm.
И так как это растение очень ценное, то когда ты его предлагаешь, ты показываешь уважение, которое ты оказываешь и людям, и Высшему Духу. Время одного мышления, которое есть мудрость. Offering to an elder. Normally what people do is you get red cloth. Mm-hmm. Because of the four sacred colors, there's three mm-hmm. other colors there that are green, blue, and purple. Mm-hmm. Есть четыре, а также четыре высших цвета, которые представляют более высокую реальность. Это красный, голубой, зеленый и фиолетовый. И красный как бы самый тот цвет, которым лучше всего в котором лучше всего предложить в знак самого большого уважения. So I'm gonna just add a smudge. Сейчас он поджигает шалфей для церемонии очищения. И время одной нации, которая есть человеческий дух. Это как душу передать. For this, it's a priceless what you did for me. And now I'm taking the drum from you, the person who represents the. Okay. The land of my dreams. Okay. And it's the time of all the dreams comes true. It's a fulfillment of everything good I even can dream. So. Thank you. Next week we'll teach you songs. Yeah. Мечты сбываются. You just rub it in. You don't want a lot because you'll start to bend the skin. And pray in this time? Yeah, what you're doing is you're acknowledging the energy, you're opening this heart up. Mm-hmm. Потому что барабан – это сердце. То есть мы для нашей группы сейчас получили общее сердце. Have you heard a singer before? A drummer and a singer? Hey, Jenny, would you like to... We saw Jenny. And I hear on a powwow. It was amazing. You notice it's lower now? Different. Wow. Deep, very deep. Yeah. Ooh, this.
Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста.